Andrews. With his successive position at the Dallas Museum of Music, and there's also a chorus in the program, which в том числе и тем вопросом, о котором я сейчас буду рассказывать. Я помню, что когда в первый раз, или один из первых раз я рассказывал эту работу, и товарищ сказал, ну а и космическим учителям это пригодились. Он сказал, что и до сих пор мы не знаем, пригодились ли или нет. Но так или иначе, в этом направлении идет интересная деятельность. Значит, речь идет о тех явлениях, которые наблюдается, а нужно ли для тех явлений, которые наблюдаются в последние десятилетия в верхней атмосфере, между тропосферой и ионосферой, то есть где-то в области между 20 километрами и 80. Это спрайты, очень мощные и быстрые разряды, которые происходят из ионосферы, как мы теперь знаем, к атмосфере. Быстрые разрядные миллисекундные деятельности. Затем грюджеты. Это наоборот голубые такие джеты, поднимающиеся над грозовыми облаками кверху в ионосфере, ну, со скоростью 1000 км в секунду и так останавливаются по дороге. Еще эйф есть, такие всплески излучения над грозовыми облаками. Америка наблюдается наиболее часто. Да, в этом случае. Ну, события бывают часто, но не проведены. Наконец, вот четвертое явление, которое было обнаружено, это terrestrial gamma flares, или интенсивные всплески гамма-излучения в атмосфере. Значит, обнаружены они были на спутнике, переключите, пожалуйста. На спутнике это я сам должен держать. Они были обнаружены на спутнике Комптон, в обсерватории Комптон, Гамма-рей обсерватории. Там был, стоял очень известный прибор ВАЦИ, и они надеялись с помощью этого прибора получить окончание или какое-то решение в всплесках, космических всплесках гамма-излучения. 3 года этот прибор был главным и давал основную информацию по всплескам гамма-излучения. Но как раз здесь они не сделали решающего шага. Но среди других результатов, которые они обнаружили, были гамма-всплески с Земли. Это Фишман и другие в 1994 году. Первые десятки гамма-всплесков были, потом они об этом конкретно высказались. Следующая система Архаси. Спутник, который летал, собственно говоря, для того, чтобы исследовать Солнце, но при анализе его данных обнаружил большое количество событий, которые записаны как раз как гамма-всплески Земли, которые принесло много информации. Имеется еще маленький спутник, который сейчас показывает те же данные, но вот наиболее вот, интересную новую информацию дает вот Ферми гамма-рей Space Telescope. Ну, тоже Фишман создававшийся. И у него имеется 2 больших прибора. Один, правда, предназначенный, в общем-то, не для гамма-всплеска Земли, а вот гамма-рей Барс Манников, диапазон 8 кФ/1 м на 3 метра с детекторы, и 200 кФ 40 м, видимо, в Германии. Они, у него много детекторов, это такой очень солидный прибор, и, так сказать, он сейчас дает интересную информацию о гамма-всплеске. А где я должен нажимать Enter, конечно, а все. Ну и сейчас какие характеристики гамма-всплеска? Здесь я привел данные старые, так сказать, первые гамма-всплески, вот временные развертки. Ну, это тогда разрешение временное было не очень большое. Вот такие временные развертки тянутся, они порядка, ну скажем, по тем данным, по миллисекунды, миллисекунды разной формы. Вот по новым данным Ферми, они есть, но не нарисовали. Длительность прямо с места 50-100 микросекунд. Они вот очень четко вырезаны из этой картинки. Минимальная длительность 30 микросекунд, максимальная 160. Форма вспышки
газово асиметрично. Однак имеется и всплески, их мало, которые имеют асиметричную форму и вот нормальное расстояние. Ветер, например, до 2 миллисекунд. Дальше так. Значит, на Земле источники расположения ноги в подножном кресле, и то же самое было у Ватси, они расположены в тех местах, где самые мощные угрозы. То есть это в окрестности экватора, в районах вот, Южной Америки, Африки, Индонезии, в основном так. Так что положение спутника распределирует с областями мощных разрядов, и в этом смысле они связаны как бы с угрозами. С самого начала было установлено. Дальше, пожалуйста. Теперь ТГФ фиксируется их соответствие с полными разрядами. Разряды, значит, по низкочастотному сигналу, сфере, так называемые, специальные станции, которые их обнаруживают, смотрят. Ну и они, так сказать, по времени совпадение имеется, в общем-то, хорошее, но имеется и расхождение. Расхождение порядка миллисекунд бывает. А миллисекунда, с точки зрения этого сигнала излучения, и свет идет, но миллисекунда — это тысяча километров, так что 30 километров, так что надо понять, что, как говорится, как это вот согласовано, вопрос остался открытым все время. Почему такие большие расхождения, это не месяц, не бывает. Ну, следующий, пожалуйста. Ну, вот свойства разряда. Вот, согласно работе недавней Шау и других, это исследование на антенне очень такой сильно развитой и высокого класса на антенне сфериков. Как раз это ЛАСА, так называемая ЛАСА-ЛАМовская система, она растянута на много сотен километров. Вот они утверждают следующее, что все детектированные ТГФ-сигналы, они относятся к нормальному разряду, который при этом заряд движется отрицательный снизу вверх. И второе утверждение, что это больше относится к не очень сильным волнам, не очень сильным разрядам. Ну, я... Да, устанавливается и высота этих разрядов, вот эти порядка 10-14 километров. Ну, такого типа утверждения, ну, это одно из утверждений, но, во всяком случае, длинная высота и, так сказать, физический характер явления, когда отрицательные частицы движутся кверху. Так, следующий, пожалуйста. Ну, так, уже интегральность, но там были разные утверждения, но интегральность установлена флюенс, плотность потока квантов, 0,7 на квадратный сантиметр, порядка квадратный сантиметр. Это означает, что энергия вспышки излучением килоджоу. Это очень много. Получить килоджоу и прямо излучение. Тяжелая часть работы. Поэтому так эти вспышки представляют какой интерес и трудность с точки зрения реальной физики. Пожалуйста, дальше. Вот спектр ТГФ тоже исследован. Здесь показаны вот, экспериментальные усредненные результаты. Значит, вообще говоря, спектр идет примерно как единица на Е. Это характерный спектр, возбуждаемый быстрыми частицами высокой энергии. Максимальная энергия, наблюдающаяся на вот, ну, последний там Фишман утверждал 38 мэв. Что это вроде? То есть порядка 0,2 мэв максимум энергии. Минимальная энергия, ну, они обычно в области обрезания за счет поглощения в атмосфере, то есть где-то в районе 50-30 кэв. Так, дальше, пожалуйста. Таким образом, общие выводы такие. Значит, вспышки — это короткие, гамма-вспышки в атмосфере 50-100 микросекунд. Вспышки в основном симметричные, гауссовые. Но есть пример асимметричный. В конце я скажу, приведу пояснение к такому принципу. Есть корреляция с молниями по положению и по времени. Но есть расхождение во времени некоторых. Высота генерации молний связана со вспышкой по данным, которые сейчас существуют, от 12 до, может быть, 20 км.
подчеркивается, что разряд не сильный. Меряется мощность разряда такой величины по лунным километрам, здесь порядка десятки лунных километров, а бывает тысячи. Значит, как часто наблюдаются эти ТГФ? Ну, спутник Ферми наблюдает их, но сначала они объявили, что вообще они необычайно редки, потом понизили порог, и сейчас они видят раз в неделю на своем спутнике, что соответствует приблизительно одному часу, через каждый час на Земле вообще, они же видят свою плотность. Полная плотность гамма квантов, значит, поток квантов, ну, одна частица на сантиметр, чтобы соответствовать энергии килоджоу. Ну что показывает подсчет, что для выделения такой вспышки необходимо очень большое количество быстрых электронов. Порядка 10-17 электронов, что, в общем-то, довольно много. Создать их трудно. По общей точке зрения, количество таких быстрых частиц может возникнуть, чем может возникнуть только в процессе лавинного размножения быстрых электронов, которые вот и называются обычно, спасибо, карбонно-горящий электрон. Сейчас еще используют для него другое название. РИА, лавина быстрых электронов. Значит, сейчас я поясню, в чем состоит это явление, а дальше какие там еще дальнейшие выводы отсюда сделать. Так, пожалуйста, следующий. Вот убегающие электроны — это явление, происходящее в плазме или в воздухе, в любом газе, и связано с падением, сечением, торможением быстрых частиц с ростом их энергии. Это знаменитое Резерфордское сечение, торможение. При увеличении энергии сечение падает, как квадрат энергии. Соответственно, сила торможения тоже уменьшается, как энергия. И вот она, сила торможения, изображена на этом рисунке, она, значит, понижается с ростом энергии. Для высоких энергий она становится, соответственно, ниже, но в 100 раз понижается, скажем, сила торможения. Поэтому, если у нас есть электрическое поле, превышающее некоторые критические внезапные фазы, то в этом поле электроны будут ускоряться, а не затормаживаться, двигаясь в плотном газе, скажем, вот в атмосфере конкретно. Критическое поле — это 2 кВт на сантиметр. Если поле превосходит 2 кВт на сантиметр, то электроны будут ускоряться, во-первых, это есть убегающие электроны. Ну, они, сила торможения падает с ростом плотности газа, но, в общем, больше ничего не зависит от заряда. Так, дальше, пожалуйста. Ну, простите, значит, это не только падает плотность электронов, но вследствие столкновений с нейтральной частицей электроны могут выбивать электроны, и обычно выбивают, это и есть инерционные потери. Но могут появляться и электроны с такой энергией, которая превосходит порог убегания. Тогда возникнет еще один быстрый электрон, тоже будет ускоряться. В результате нарастать может лавина убегающих электронов. Вот здесь вот показана простейшая теория, как нарастает лавина с экспоненциальным со временем. И, соответственно, масштаб лавины для нормальных условий атмосферы порядка 50 метров. Я хочу сказать, что частота с ударением и длина пробега обычной частицы составляет 10⁻³ миллиметра. А для того, чтобы родить быструю частицу здесь, нам нужно 50 метров с такой энергией, в таком поле. Тогда может появляться, соответственно, экспоненциальный рост. Но была построена не только такая простая теория, кинетическая теория. Вот у нас на разработке месяц Кирилл Петрович Мазыгину были много еще численных расчетов и так далее. В общем, эта теория сейчас достаточно надежно установлена. Видно, что частицы, количество частиц логарифм n там от времени, вот экспоненциально нарастает, при этом независимо от того, как вы даете значение, то есть на зависимости от изначальных условий, вот такие, что частицы имеют нужную энергию, то тогда количество быстрых частиц растет по экспоненте. Ну, показатели экспоненты, так вот, надо сказать, что растет эффективно с электрическим полем. Это значит, что процесс, частота соляризации быстро увеличивается, как по мере увеличения значения поля. То есть, быстрота большая.
Ну вот это сейчас минимальная частота ионизации, она соответствует вот этим 50 метрам в секунду, и в величине примерно 5 на 10 минус 8, то есть 50 наносекунд. Такое характерное время. А дальше она уменьшается из-за роста электрического поля. Так, ну вот как проявлять себя эти явления в атмосфере? Вот это известное применение стоит в том, что многолетние, так, многократные изменения электрического поля в атмосфере никак не дают обычного поля пробоя. Я забыл сказать, что поле обычного пробоя на порядок выше, чем критическое поле пробоя для двигания. Так что здесь имеется очень много разных измерений на самолетах, и на шарах зондах. И в конечном счете вот построена, например, такая картинка, которая здесь изображена по четырем измерениям, а здесь можно наложить много других. Здесь показан шар зонда, он поднимается кверху, слева высота, а внизу значение электрического поля. Вот видно, что значение электрического поля измеряется на шаре зонда. Видно, что поле как бы почти подходит к этим кривым, а две кривые – это вот как раз точное значение критического поля для пробоя набегающего электрона. Оно зависит от высоты, падает пропорционально плотности. Но видно, что как бы кривые как-то к этим кривым к значению критического поля подходят, и от них почти отражаются, близко, значительно перейти не могут. И обычно это часто коррелированы молниевые сигналы с момента, когда поле здесь достигает максимума. Ну, это все, конечно, связано с полетом шара, насколько быстро все происходит, шар замерзает не очень быстро, но так или иначе, вот такие измерения видны. Вот справа показан случай, когда поле превысило критическое поле двигания примерно в два раза. Такой случай осуществился. Это как единственный, кстати, шар сгорел от молнии. Теперь я хочу продемонстрировать, что эти результаты, такие они, тем более, мы видим и сейчас, и тоже явление в известном смысле, то, что электрическое поле не хочет превышать этого критического порога, мы видим и в наших наблюдениях за излучением, гамма-излучением на тяжелых дистанциях. Вот здесь показана запись в активной части разряда молниевого. Вот здесь вот высокие пики, которые видны, это как раз атмосферные разряды. Да. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. И во время всех этих атмосферных разрядов мы видим, да, я хочу сказать, что здесь есть участники нашего эксперимента, Киановский и Мерфин. Значит, мы видим во всех этих разрядах, мы видим явление гамма-излучения. Сейчас покажу гамма-излучение во время вот этого первого разряда на верхней станции, которая находится около 4000 метров на 600 метров выше, чем нижняя. Пожалуйста. Извините, да, она, так сказать. Вот, значит, это скан, который снимается после срабатывания триггера. Он длиной примерно 0,8 секунды. Так что там внизу у нас были многие минуты, это такая короткий скан. Число интервалов в скане 4000. И в каждом интервале 200 микросекунд. Ведется запись через каждые 200 микросекунд. От триггера влево и от триггера вправо. Ну вот что здесь я хочу подчеркнуть. Вот это вот разряд, то, что вы видите. Мощная вспышка гамма-излучения. Система наша, она выше 16, там, и 5 разрядная, выше 16 не записывает. Там, возможно, гораздо более высокие пики. Но так или иначе, вот весь разряд, он примерно тянется здесь, всего 800 миллисекунд, примерно 300 миллисекунд, да, довольно характерно, он здесь записывает эти мощных вспышек гамма-излучения. И смотрите, слева у нас идет фон. Фон гамма-излучения. Вот он очень высокий. Если мы посмотрели предыдущие слайды, то видно, что он поднимается быстро в течение примерно 30 секунд и нарастает по отношению к фону ясного неба почти на порядок. Во всяком случае, по нижним фонам примерно в 5-6 раз. Это означает, что, собственно, чем создается фон? Фон он однородный и случайный. Это по Гауссу, например. А что это фон создан космическими частицами. Но результат полученный означает, что число в
вторичных космических электронов увеличилось в 5-6 раз под действием электрического поля. Такого, вообще говоря, никто не раньше не наблюдал. Это был текстильный процентный подъем, а здесь мы имеем высокий подъем. После разряда у нас сброс фона. После следующий надо на другом разрезе еще есть немедленно. Высокий фон, разряд, и фон падает примерно в 2-3 раза. Это означает, что поле электрическое разрядилось, отчего космические частицы увеличатся числа, вот эффекта типа пробоин убегающих электронов. То есть по оценкам, расчетам, моделированным, видно, что когда поле подходит к тому критическому значению, которое я показал, уже начинается быстрое нарастание фона. А если она его значительно зайдет вверх, то будет экспоненциальный рост еще более сильный. Дело в том, что мы видим это на 4 километров основные. Вообще говоря, основные процессы разряда происходят выше, 6-8 километров, мы не знаем, что там происходит. Но так или иначе, вот эти результаты почти подтверждают те, коррелируют хорошо те разряды, те измерения по полю, которые мы видели раньше. Вот примерно то же самое. Электрическое поле как минимум поднимается к критическому полю. Если оно значительно ниже, то такого усиления не происходит. Мы просто, так сказать, по расчету, по крайней мере, мы вот экспериментально. Еще что отсюда следует. И следующее. Все то, что наблюдали раньше про грозовые разряды, относилось к самому процессу молнии, коротенький, 50 микросекунд, и движению лидера, который подает заряд молнии, это приблизительно 20-10 миллисекунд, и так называемые предварительные пробои, которые, честно говоря, они видны в виде радиовсплесков, в виде движения заряда некоторого. Но хорошая интерпретация, зачем они существуют, неизвестно. А здесь мы видим еще и 30 секунд, 50 секунд подъема электрического поля и нарастание быстрого космического фона. Как новая фаза подготовки разрядов в какой-то степени. Или вообще начало грозового разряда. Так, дальше, пожалуйста. Ну, я хотел, когда я показывал вам спектр Рахейси, то происходила оценка. Как бы старались построить этот спектр таким способом. Считалось, что пробоины электрических убегающих электронов происходят, это данные драйвера Смита, происходит на высоте какой-нибудь поднародного поля. А затем их свободно выпускают гамма-кванты и смотрят, как они поглощаются до спутника, находящегося на высоте там, 500-800 километров. Но в результате возникает вот такая кривая с некоторым небольшим провалом. Вот причина провала, они определяет высоту, на которой происходит источник действия. Ну, порядка 21 километра возбуждается, хотя точность здесь не очень большая, может быть, 21, может быть. Но проблемы там массы электронов здесь не решается. Вот видите форму спектра? Да, вот примерно такой координат. Хорошо, пожалуйста, дальше. Давайте продвинемся дальше в этой проблеме. Дело в том, что мы говорили сейчас только малоэнергичных, а высокоэнергичных электронов и слабого электрического поля. А что будет, если повышается значение электрического поля, то согласно вот этой кривая, которая отрезает граница между убегающими электронами и за которой происходит убегание электронов и пробой убегающих электронов, она начинает приближаться по энергии как единица на Е, она и энергия падает, тоже туда приближается, уменьшается, короче говоря. Это прямо следует из Резерфордского закона. Соответственно, чем больше поле, тем ниже энергия электрон, который возбуждается, может происходить пробой убегающий электрон. Ну и вот с левой стороны показано торможение, так сказать, обычная, а справа вот эта критическая сила трения, критическая поле убегающая. Вот начиная с нет, это где-то, ну, в общем, это не тот, не сразу так думаю, вот внизу. Начиная с некоторого поля, появляется и пробойный обычный электрон, если мы его достигаем, тогда он на порядок выше, чем обычное поле. Они как бы два пробоя существуют, могут существовать отдельно. Это два решения генетических уравнений в разных областях энергии. В принципе, имеющие свои там, показатели роста.
Наконец, имеется энергия и сечение, при которой значение поля соответствующее, при которой уже как-то торможение отсутствует. Но это то же самое, что если вы возьмете разреженный газ и создадите достаточно сильное поле, тогда будет работать как ускоритель вся система. Вот этот вот горбик сверху, он некрасиво нарисован, его можно нарисовать гораздо лучше. Это вот примерно предел торможения. Соответственно, имеется такое критическое поле нейтрального газа. Оно вот порядка 200 для атмосферы, и те же атмосферные давления. А так оно будет зависеть от плотности и так далее. Значит, вот оно примерно в 150-200 раз больше, чем критическое поле минимальное. Вот если вы выше того критическое поле, КН, вот это было там, в 60-го года еще работа не сделана, то тогда все электроны будут убегать. И после этого поля тоже может быть убегание из тепловых электронов прямо к убегающим. Вот, собственно говоря, все правильно. Так что можно рассматривать и при более высоких полях значениях, тогда процесс идет быстрее. Сейчас, пожалуйста, следующее. Вот здесь показаны как раз соотношения потоки, самые такие простые, получаем прямо из этого кожистых запомнил. Вот пунктирная кривая – это длина ионизации. Она у нас там в начале была при единице вообще. Внизу отложено отношение поля к критическому, то есть превышение поля над критического поля равное нулям. А слева частота ионизации. Частота, длина, длина проверки, а длина ионизации. Значит, пунктирный кривой показывает, что длина ионизации очень быстро падает в плотность поля. Ну, это естественно, поскольку расход разорфорское сечение быстро растет, соответственно, длина быстро падает. Кроме основных квадрат. Поэтому уже сотни критических полей, которые близки к тому максимуму, она уже становится сантиметровым масштабом. То есть это совсем не того порядка эффекта, что не сам. Ну и также вот растет частота ионизации. Она растет как степень дрифтовик, вот это сплошная кривая верхняя. Да, вот здесь. А справа показана вторая кривая, это обычного пробоя частота ионизации. Вот он начинается при более высоких полях, чем примерно 10 критических полей, но растет быстрее. И где-то там пересекается, становится более главным. Это два различных решения, там, два процесса. Что еще? Да, еще один момент хотел бы подчеркнуть, что для пробоина убегающих электронов имеется характерная величина, это разность потенциала, что ли, при которой вы получаете одну экспоненту. Вот в условиях атмосферных это разность потенциала была 10 мегавольт. То есть она большая такая. А с увеличением поля она падает как единица на ей, поэтому можно получать мегавольтные, даже сотни киловольтные разные потенциалов, и это явление должно там у них происходить. Так, дальше, пожалуйста. Ну вот здесь показаны расчеты для пробоин убегающих электронов в более высоких полях. Вот здесь вот в поле 100 раз или в 70 раз превосходящий. Ну, очень быстрое нарастание числа электронов в этом случае происходит. Общее здесь выражено в таких временах у нас специальных, но в сущности общая длина вот этого масштаба порядка 1 наносекунды. Это очень быстрые процессы, которые происходят, могут происходить в сильных электрических полях. Дальше, пожалуйста. Ну, теперь как это все проявляется в реальной природе? Ну, я показываю вам картиночку. Стримера. Значит, во время такого, во время пробоя неоднородно возникают стримеры, гущие, маленькие такие области пробоя. Сильно это все идет про разговор об атмосфере, об атмосферном давлении. Значит, на этого стримера здесь показано, к сожалению, касается положения на стриме, можно отрицательно. Из базилианной разницы с книжками. Этого стримера это есть волна ионизации. Вот вы создали резкое превышение поля над критическим, и начиная от какого-то края, там, допустим, от вашего катода,
бежит пробойная волна, она берет и пробивает. У вас впереди идет большой пульс электрического поля, и происходит ионизация. Сзади создается ионизированный канал. Ну, если электрон быстро прилипает, так что если движение всего фронта происходит скоростью дрейфа электрона в этом сильном электрическом поле. Это примерно, считается обычно метр в микросекунду, порядок величины 10⁸. Такой бежит фронт, сзади него ионизованная среда. Электроны часто быстро прилипают к ионам. Получается тогда какой-то кусок, в зависимости от скорости, порядка там десятка сантиметров с электронами, а дальше уже квазинейтральный положительный отрицательный ион. Но на фронте разность частиц, то есть заряд некоторый, и сильное повышение электрического поля. Раньше обычно считалось, что это поле достигает там 70-80 кВт на сантиметр. Теперь видно, что оно бывает и выше. Каких-то специальных расчетов, численные расчеты имеются, разные можно поставить, граничные слои получишь. Но так или иначе, сейчас считается и экспериментально, что бывает и до 100-150 кВт на сантиметр, вот этот печок маленький. Тогда в нем может происходить убегание электронов. Пробой не может происходить, он маленький, а убегание может происходить, мы можем их увидеть. Вот, пожалуйста, вот сейчас, как мы видим их в нашей установке Фиановской. Здесь идет эксперимент такой интересный. Вот здесь длительная засъемка катод-анод, и видно, что идут стримеры катода-анода, и катода, положение, отрицательный стример, и вот они так быстро развиваются, здесь заснят в какой-то момент развития этих стримеров. Но это длительная фотовыдержка, поэтому они такие вот показаны мягче. А вот наши умельцы, так сказать, сделали возможность выделить просто, как движется саму головку. Для этого надо сделать очень быстрый снимок и локализовать. И вообще, конечно, нужна особая аппаратура, это просто сделано просто так, за счет большого мастерства. Вот внизу видим вот эта головка стримера, она перемещается вот здесь, внизу вот на нижней кадре. На нижней кадре, пожалуйста, вот она тоже стримера. Здесь время разрешения на секунды, и вот они перемещаются, немножко вытягиваются в сторону канона. Так, в общем-то, надо сказать, замечательные экспериментальные достижения. А вот наверху показаны излучения. Значит, есть вот красная, это гамма, ультрафиолет, оптика, красное гамма излучение. Оно не каждому. Это не абсолютно регулярный, случайный процесс. Но, в общем-то говоря, довольно часто он происходит, поэтому видны пики гамма-излучения, пики и вблизи катода, и где-то там в средней области. Мы можем предполагать, что это вот излучение стримера. Так, пожалуйста, дальше. Перемеется для молнии, для разрядов, о которых я говорю, важен стример, это такая инъекционная волна, а важен линитет, так называемый. Это уже мощная, мощное такое продавливание, что ли, газ. Если ионизационная волна просто бежит ионизация, и за ней остается след, то здесь у нас переносится ток. То есть лидер, в нем переносится ток. Вот согласно вот этой ниже картинки. И дальше в такой стримерной зоне масса стримера создается. Это ток разбрасывает заряд. Фактически задача лидера перенести заряд, вот, в частности, в грозовом разряде, от облака к Земле. Он несет этот заряд, вот распределяет, здесь положительный нарисован стабильный, на правой картинке, пожалуйста. Вот здесь протекает ток по центральной части, и эта часть очень тоненькая, потому что, чтобы протек ток, сохранилась проводимость, нужно иметь высокую температуру, излучение преодолеть. Ну и для этого, значит, ток порядка, скажем, сотни кА, сотни ампер или несколько сот ампер. Вот он проходит здесь и разбрасывает заряд вокруг с помощью большого количества стримеров. По существу это означает, что просто, если мы возьмем тот заряд, который на молнии находится обычно, значит, его порядок величины 1 кубовый километр, то легко вычислить, что на масштабе примерно 10 метров вокруг этого стримера
Полиприказ – это обычный разрядный, он просто не может быть без окружающей его плазмы существовать. А вот как она осуществляется? Вот она таким способом происходит. То есть мы подаем ток все время, и ток разбрасывается, и тем самым заряд переносится вдоль оси лидера. Масштаб, как я уже сказал, порядка 10 метров. Ну, скорость движения лидера, так же, как скорость лидера, она тоже в таком порядке 10^8, 5 на 10^7 сантиметров в секунду. Пожалуйста, вот как лидер виден в молнии. Это вот результаты 2R на флоридской установке. Есть и у нас, кстати, корректировки. Ну, вот видно, что вот здесь показано наверху гамма-излучение. Вот гамма-излучение идет всплесками, так, пиками. А приближающийся лидер молнии, это внизу на Земле, возле соответствующей установки. Вот и новое электрическое поле идет скачками, соответствующими примерно выбросу такой гамма-излучения. Ну, вот так, что внизу при подходе лидера к Земле, вот наблюдалось действительно гамма-излучение из лидера. Ну, я должен сказать, что вот эта красивая картинка, первая работа, когда они поставили очень много станций, начали изучать как следует, то, как в обычном эксперименте, дело значительно сложнее. Гамма-излучение есть, все такое прочее, но картина немного сложнее, чем так обрисована здесь. Но все равно это, в общем, сам результат такой существует, он сейчас активно исследуется. Так. Ну теперь, значит, что же мы можем сказать про это самое, про наш ТГФ, так сказать, нечто относящееся к модели Ressel-Gamma-Flux. Значит, идея такая, что в самой головке лидера из-за того, что поле там высокое, происходит значительное ускорение электронов и, в общем, появляется быстрый электрон. Вот там, когда мы говорили в той работе, вначале мы говорили о космических лучах, как источники быстрых электронов, для того, чтобы происходить прогоны быстрых электронов. Здесь же, если поле высокое, нам не нужны космические лучи. Они сами генерируются за счет убегания электронов через ту шапку верхнюю, которую я нарисовал. И дальше за счет пробоя экспоненциальное количество их нарастает. Вот здесь видим результаты расчета, вот он показан модельное электрическое поле в головке, в движущемся фронте волны. Ну и вот как будет нарастать в ней количество электронов, вытягивается функция распределения и растет количество электронов. В общем, в принципе, такой возможен, и вот как видим экспериментально, чтобы такое наблюдается. Точно доказательств, конечно, пока нет. Значит, предложение, собственно, еще не надо. Предложение на генерацию, можно назвать немножко? А, да. Предложение на генерацию самого ТГФ, это именно такое, что в электрическом поле головки лидера происходит ускорение генерации быстрых частиц большого количества, они еще больше доускоряются в этом кожухе лидера, который мы, в принципе, обозначим вокруг. А затем выходит во внешнее поле, где снова получает, соответственно, ускорение, если поле превышает критическое пробойное потенциальное старым параметром. Ну и тогда, значит, мы получаем большое увеличение. При этом ясно, что если лидер подходит к противоположному знаку облака, то здесь возникает усиленное поле. Вот в этот момент можно ожидать и возникновение сильного потока электронов, соответственно, потока гамма-планов. Никаких численных расчетов в такой модели утверждений такой нет. Потому что очень много параметров, в принципе, так, по оценке параметров, вообще говоря, может возникать появление, которое нелегко его осознавать, я так сказал. Пожалуйста, следующее. Ну, вот здесь вот расчет гигантского разряда. Есть такое предложение на модель, что имеется просто большой разряд, но я не буду сказать, что модель, там неважно, как она, значит, имеется гигантский разряд, когда поднимаешься кверху. Такой. С такими разрядами связываются обычно так называемые блюджеты, появление мощных выбросов в атмосферу. Ну вот Бабич очень там подробно здесь чистый расчет такой детальный, даже со всеми, ну короче, полностью детально, как делается у нас на второй. Значит, чистый расчет такой модели. И пока что все получается. И гамма-излучение, вот он согласовывает это гамма-излучение с моделью излучения черного черта, с моделью, с результатом наблюдения на Архейсе,
Ну, надо утверждать, что когда если будет заряд очень большой, вот порядка там тысяч думанных километров, то это согласие получается. Ну, таким образом, тем самым ТГФ как бы завязывается за бюджет. Пока таких связанных экспериментов не было. Так, пожалуйста. А это вот еще один последний сильно симметричный всплеск 10 мая 2010 года. Получили вот сейчас на этой установке ферме. Значит, вот спутник находился, сейчас мне показать, не обязательно показать, я не увидел. Вот спутник, пожалуйста, спутник находился вот на дереве, вот там, внизу, на дереве. О, давай, сюда, давай, я сам попробую. Я должен нажимать здесь кнопочку, да? Программы, скажем, которые я здесь перечислил, Адели,
атмосфер состоится на Терентии, на Монитор, и Таранис, который тоже еще много лет, и другие, кстати, летающие японские спутники, которые так вот изменят производительские линии. Вот мы, вот наша программа Чибис спутник. И для того, чтобы произвести, вот что нужно нового сделать, мы поставили такую задачу, но это уже несколько лет назад. Тех данных, которые я показываю сейчас, когда они идут. Ну, в общем, аппаратура у нас как бы такая, которая предназначена для более точного выяснения физического процесса создания торжественных гаммов нержеси. Все, пожалуйста. Вопрос, который мы сейчас создам, который появляется к нужным глазам в изучении. У вас не очень четко было видно временные масштабы. В частности, самое интересное, как развивался лидер. На осях у вас очень часто не было наверное, наверное. Дело в том, что бунтарь, говорите, как развивается лидер вот в установке, это известно, это так как с электроны начинается с мощного разряда вблизи катода, допустим, в отрицательной он распространяется в эту сторону. Как возникает лидер в грозе неизвестно. Мы просто видим этот лидер. Он действительно наблюдается. Наблюдается он и по радиоизлучению, и по оптике, и по изменениям электрического поля. То есть лидер наблюдается. Скорость его движения вот такая, 5 × 10⁷ сантиметров в секунду. Таким образом, от облака до Земли он движется порядка 10 миллисекунд. Ну вот про это мы все знаем, так сказать, это много измерений, соответствующих имеется. Он бывает входит очень сложным образом, прежде чем куда-то входит. Это Земля, есть межоблачные разряды туда. И то, что я говорил про ТГФ, это межоблачный заряд. Лидер поднимается снизу кверху от облака положительного к облаку отрицательного. Ну вот, все вот это несколько микросекунд, миллисекунд, которые движется лидер. Как он возникает, мы не знаем. Для этого нам нужно, чтобы были электроны, там, и, соответственно, проводимы, чтобы собрать с облака. Это неизвестно. Тогда можно при таких масштабах времен использовать скоростной фоторегистратор. Ну, и вы используете, в принципе, в таких масштабах времен, там, наверху, и вы используете, ими видят движение лидера. Так и ну, с той скоростью, с какой можно делать. И что я касаюсь... Нет, подожди, секундочку. Что касается стримера у нас здесь, я с вами согласен, аппаратура, у нас в нашей аппаратуре, когда движение стримера я показывал, аппаратура такая, наверное, есть, просто речь это о том, сколько она стоит, она дорогая. Чтобы заснять доход или стримера наносекундное и сантиметровый масштаб, это не знаю, движущийся. Может, не 10 лет назад не была дорогой. Ну, может быть. Ну, тут я, знаете, не берусь на себя. Мне он показал, что наша экспериментная основа это красиво. Многоканальные измерения и так далее, специальные съемки. У меня общефизический вопрос. Я далек от вашей области. Ну, вот, скажем, грозовое облако. Скопился заряд. Матушка Земля в абсолютной емкости. Туда идет разряд снизу вверх или между облаками и рунами подзарязанными. Понятно. Но какой дьявол тащит разряд наверх? Теперь сейчас минуточку, у меня есть гипотеза. Вот может ее прокомментировать. Возможно, идет сильная космическая заряженная частица, которая создает какой-то канал ионизации. И тогда туда идет разряд, потому что там некоторые разряды, там пусто, там нет большой емкости, на которой можно разрядиться. Спасибо. То, что я здесь рассказывал, относится именно к тому, что у нас имеется опыт. Во-первых, насчет модели я сказал, что модель разработана, так сказать, приближенная. Вот то, что делается, то, что существует. Значит, то, что я рассказывал, это такая модель. У нас имеется сверху положительное облако, снизу отрицательно заряженное, и кверху идет лидер. И этот лидер создает нужное количество быстрых электронов, и в результате происходит там процесс размножения, может образоваться вот необходимый
Ну, что касается космических частиц, мы изучали это внимательно. У нас имеются результаты прям непосредственно экспериментальные на станции, на нашей побочной корреляции между приходом шал и происходящим разрядом. Мы видим действительно, что космическая частица может вызвать маленький электрический разряд. Гораздо меньше, чем обычная молния. Но, в принципе, такое возможность существует. Мы лично связывали с такой возможностью и так называемые двойные, быстро, очень мощные разряды, короткие, которые происходят наверху. Но я хочу раз еще раз пояснить, что когда длина 10 миллисекунд, тогда эта космическая частица не относится. Она может пролететь, эти масштабы очень быстро, но, соответственно, создается некоторый разряд. За счет космических частиц, извините, я хочу поправить, за счет пробоя, если поле превысило некое критическое значение, то космическая частица создает ливень электронов, которые являются инициаторами этого пробоя. И вот во время этого пробоя действительно может произойти некоторый разряд по углу, мы это действительно видим, это маленький, слабый электрический разряд. Еще раз повторяю, одна частица дает такой маленький разряд, что мы его просто не видим. А вот вместе с этим РБ, то есть с сиреневым печатным полем, мы считаем, что мы видим такие разряды, мы коррелированно замечаем гамма-излучение вместе с шалом на большом просторе. Это. Я говорю, ну это наше эксперимент. Так, все, да? Спасибо. Нет. Он спросил. Я не понял до конца вот такой момент. Значит, гамма-всплески я воспринимал как астрофизическое явление, приход из каких-то далеких источников. То, что вы рассказываете, это земное явление. У меня вопрос такой. Ваше толкование должно относиться или может относиться ко всем гамма-всплескам или какой-то небольшой доли из них? Спасибо. Значит, то, что касается космических гамма-всплесков, это явление гораздо большей мощности, они приходят с огромных расстояний. Это фантастический, так сказать, процесс, при котором исчезает в гамма-излучение, выходит масса порядка, ну не масса Солнца, но только соты масса Солнца, что-то в этом роде. Это мощнейшее явление, их, собственно, и исследовали на этих кораблях. Земли, при Земле тоже очень сильное явление, вот эти гамма-всплески килоджоулевые, которые наблюдают, как земные происхождения. Ну, конечно, что там происходит, я не буду даже обсуждать сейчас. Там могут доработать подобного типа механизма. По этому поводу иметь большая литература, много интересно. Это тоже не имеет. В принципе, конечно, можно говорить, каждый же пресс присутствует. Существует ли связь между наблюдаемыми разрядами с пунктуацией плотности электронов в ионосфере? Понимаете? Значит, я так считаю. У меня впечатление так. Я не очень следил за этой литературой. Если речь идет о высоких разрядах всяких тех, которые происходят, это не этот гамма-всплеск, а высокие разряды Спрайт и Блюджет, особенно Спрайт. У меня такое впечатление, что да, возмущения в ионосфере есть, движутся, их видно. У меня не могу сейчас точно ответить на этот вопрос. Просто я такой литературы, ничего. Да, есть возмущение ионосферы, соответствующие разряды. Это мощный разряд Спрайт, который проходит. Но я просто не готов ответить количественно. Последний вопрос. Не отрицая красивый механизм убегания электронов, я бы хотел просто упомянуть регулирующий процесс образования гамма-квантов разрядах сильного тока. Значит, возникает обязательно магнитное поле тока, возникает пинч-эффект и канал сжимается. А в магнитном поле электроны расположены на дискретных уровнях лангау. И чем сильнее сжат канал, тем больше расстояние между уровнями лангау. И не исключена возможность, что он настолько сильно сжимается, что это расстояние между уровнями Ландау попадает в дорогу. Значит, это звучание очень ценное, все хорошо, но это может относиться к тем гамма-всплескам, которые хотят к ним не
связан с этим. Вот как мы говорили, там я не делал. С тренером, да, даже не пускай с ним без тренера. Спасибо, Кречик, говорит Михаил Викторович. Скажи, что... Спасибо. Еще раз. Спасибо. Мне на самом деле просто мое сообщение, это небольшое относительно дополнение к докладу Александра Викторовича. Я хотел рассказать о таких экспериментах, которые готовятся вот у нас в Академии наук, ну, по какому-то смыслу, по изучению этого прекрасного, интереснейшего явления рождения гамма-спутниковых вспышек не в космосе где-то, а просто вот на небольшой высоте на Земле. И ну, я представляю институт космических исследований, мы уже несколько лет работаем над этой проблемой, и в Академии наук создана микроспутниковая платформа, но она сейчас носит название ЧИПИС, ЧИПИС, просто потому что это маленькая такая птичка. Я подчеркиваю, что это вот первый, наверное, будет академический спутник, микроспутник. Мы привыкли, что разные университеты запускают спутники, Московский авиационный институт, особенно сейчас большая работа ведется в Московском университете, но вот и пора, мне кажется, Академия вполне достойна иметь свою такую микроспутниковую программу, потому что она решает просто принципиальные и важные научные задачи. Работы финансировались вот из бюджета нашего института, из бюджета Академии наук, и они сейчас близки к завершению. Здесь над докладом, конечно, принимает большое количество специалистов, здесь работают ученые как нашего института, так и Московского университета, института ядерной физики. И работы ведутся, технические работы ведутся в нашем филиале, который находится в городе Тарусе. Связано в каком-то смысле увлечение микроспутниками с тем, что космические эксперименты очень дороги. Вот Виталий Иванович всегда интересовался космическими экспериментами, поддерживался все наши проекты радиоастрона, ГАНА-400, но это, надо сказать, что это большие проекты, и осуществляются они очень большой кооперации космической промышленности. Вот Николай Семенович не даст мне соврать, я увижу, насколько трудно идет работа с предприятиями космической промышленности. В каком-то смысле всегда ученые, но в каком-то смысле под диктатом инженеров находятся. Здесь у нас как-то больше свободы, и мы можем эту работу вести, в общем, так, как представляется нужным, ну, меньше ограничений, но, конечно, есть много проблем. Для того, чтобы такая работа создалась, нужно создать много новых технологий. Они, в общем-то, в нашей академии существуют. Современная компьютерная система, современная микроэлектроника, современное моделирование всех этих процессов. И примерно 10 лет назад мы начали эту работу, и был создан первый такой опытный микроспутник, он назывался тоже именем маленькой птички Калибри. Видите, его масса была всего 20,5 кг. Он был запущен бортом МКС, у него были в основном такие учебные задачи, делался он за деньги спонсоров, в основном из зарубежных университетов. Вот здесь показано его испытание, действительно маленький такой прибор, но он дал довольно неплохие результаты, он как раз исследовал флуктуации ноосферы, электрические поля в ноосфере. И здесь показана вот работа по загрузке этого спутника в транспортный контейнер, который был дальше доставлен на борт Международной космической станции и выпущен оттуда. Но, к сожалению, грузовой корабль спутник был выпущен в точности на орбите Международной космической станции, это примерно 350 километров, где трение довольно велико, сама станция так постоянно и двигателями корректируется, как бы поднимается, а спутник нас как увидели не мелкий, за три месяца он проработал прекрасно, ну просто он орбита его снизилась, и он пошел в атмосферу и сгорел. Первый опыт оказался успешным, но стало ясно, что для серьезных экспериментов надо орбиту поднимать. И, конечно, вот тот эксперимент, который мы проработаем по теории атмосферного электричества, будет осуществлен на большей высоте. В настоящее время мы сейчас ведем работы над тремя такими программами. Это сам переключается. Это вот те задачи, которые говорил Александр Викторович. Вторая перспективная задача — это мониторинг парниковых газов, который оказывается с помощью микроспутника
различные вот, у нас мы сотрудничаем с балканскими странами, спутники для прогнозирования катастроф. Вот эта модель, о которой говорил Александр Викторович, модель пробоин убегающих электронов, и наша задача где-то на высоту, на гораздо больших высотах поймать излучение, гамма-излучение, вот, которое, гамма-излучение, которое идет от разряда. И у нас, конечно, хотелось бы измерить все факторы, которые происходят при таком разряде, это убегающие электроны и гамма-излучение. Но надо понимать, что гамма-излучение распространяется во все стороны, электроны идут вдоль силовой трубки, и вероятно, что мы одновременно попадем в силовую трубку там, где именно происходил молниевый разряд, она оказывается невелика. Ну, поэтому мы, поскольку все-таки мы делаем это микроскопчики, мы ограничили наш модельный состав научных приборов. Значит, просто прибор для электронов, грубо говоря, не влез на космический аппарат. И вот сейчас наш комплекс приборов, который поместился вот на этот маленький космический аппарат, состоит из рентгеновского детектора, рентген-гамма-детектора, его делают Московский университет, детектор ультрафиолетового излучения. Очень большое значение имеет радиоизлучение, возникающее при молниевом разряде. Говорил, здесь у нас очень хороший радиочастотный комплекс для измерения вот, в диапазоне 20-50 МГц. Есть цифровая камера, ну, для наблюдения видимых проявлений молний. И измерение плазменной волновой для измерения висклеров, для измерения всех распространяющихся плазменных волн. Сам вес этого научного комплекса невелик, он где-то не превышает 20 кг, но он, как является самодостаточным, как я говорю, единственное, что еще можно было бы поставить, это датчик энергичных электронов. Здесь, конечно, возникает большая работа при организации вот всего этого комплекса приборов, потому что само явление происходит очень быстро, как мы говорили, и резко. И как бы все время передавать на Землю информацию мы не можем. Здесь сейчас как раз идут проверки, это логические схемы работы всего этого комплекса, все данные при полете пишутся целую память постоянно, но не передаются на Землю, потому что объем информации получается очень большой. Но как только один из этих приборов, в основном это гамма-детектор или детектор по радиоканалу дает какой-то триггер, то кольцевая память сохраняется, и мы имеем информацию за несколько микросекунд до всплеска и, соответственно, после. Всю эту информацию уже можно сохранить и передать постепенно на Землю. То есть работает в таком режиме, работает по признаку. Это довольно распространено в космической технике, когда мы изучаем быстро протекающие явления. Вот так выглядит этот спутник, микроспутник Чилис. И его масса, как я сказал, всего 40 кг. И вы сейчас увидите его в натуре, и вот он как-то ассоциируется у нас такой маленькой птичкой, но после первой рукалипы мы уже назвали Чилисом, но это более отечественная птица. Вот. Значит, что здесь важно и может быть интересно всем присутствующим, что в каком-то смысле мы тут прокладываем дорогу и для будущих таких возможных экспериментов на микроспутниках, других институтов Академии наук. Вот в нашем конструкторском бюро разработан транспортно-пусковой контейнер, который станет универсальным, таким универсальной конструкцией для доставки микроспутников на орбиту. Вот спутник у него складывается батареей, значит, он полностью залезает в этот цилиндр. Этот цилиндр транспортно-пусковой контейнер устанавливается на транспортный корабль «Прогресс» и доставляется на борт Международной космической станции. Вот этот, в каком-то смысле, станет таким стандартом, по которому будущие эксперименты могут разрабатываться, и вот если они вписываются в рамки такого контейнера, довольно легко и будет и недорого доставлять на орбиту. Дело в том, что здесь, конечно, возникает большая экономия, потому что здесь показаны были испытания этого контейнера, это пройдет немножко дальше. Вот как выглядит блок научных приборов, данный прибор для рентгеновского и гамма-излучения, цифровая камера, которая смотрит вниз на Землю, радиочастотный комплекс, датчик солнечной ориентации. Вот мы ведем работу сейчас,
работа сейчас завершается. В конце года спутник должен быть доставлен ракетно-космическую корпорацию «Энергию» для его, так сказать, доставки на борт Международной космической станции. Работа идут по его испытанию в вакуумной камере у нас в институте. Вот, значит, мы с этим предусмотрим, как проходит работа по обезвреживанию спутника. И схема выведения у него для этого спутника примерно такая же, как была у нас на Тарифе. Мы в каком-то смысле используем то, что в космической технике раньше выбрасывалось. Значит, на борт МКС доставляется большое количество грузов транспортными кораблями «Прогресс». Вот они здесь пристыкованы. Значит, после того, как они разгружались, транспортные корабли эти отстыковывались, ну и где-то там загорали в атмосфере, и остатки падали в океан. Вот. Ну, значит, у них всегда оставался еще какой-то небольшой запас топлива. Вот то, что мы предложили, значит, транспортный корабль «Прогресс» будет отстыкован от МКС, его орбита будет подана с 350 до 500 километров, где оптимальные условия для работы. И вот начнутся измерения, спутник будет вытянут из транспортно-пускового контейнера, и начнется работа, а «Прогресс», конечно, потом будет затоплен. То есть у него как бы получается вторая жизнь, поэтому, в принципе, работа самый, может быть, не очень недорогой способ доставки грузов на такие орбиты. Вот здесь показано, как это на спутник вкладывается в контейнер. Еще раз его картину. Почему все-таки выбрали эту схему? Не только потому, что она дешевая, конечно, хорошо, но недостаточно. Если посмотреть на орбиту Международной космической станции, она, в общем, ее наклонность, ну, просто наше наклонение запуска 65 градусов, и вот как бы по виткам, вот так, какую область пространства она зачерпнет. То, что она смотрит. Она не смотрит на высокие широты где-то. И вот тогда, видите, ограничивается меньше 60 градусов. Хотя спутник немножко повыше, а видно примерно так. А вот области, где наибольший темп ожидаемый разряда молнии. Это в основном средние широты. Видите, над океаном почти нет. Это все происходит над сушей. Поэтому орбита МКС в данном случае для решения этих задач очень хорошо подходит. Мы как раз основное время будем проводить там, но за исключением океана ничего никуда не денешься. Там, где, в общем, молния происходит наиболее часто. События это редко, но мы за несколько лет работы от спутника надеемся поймать, в общем-то, не один десяток, а может быть, больше таких ярких гамма-вспышек. Вот, ну, вся работа будет вестись, вот прием информации будет вестись вот, в нашем центре Старуси, о котором я говорил, вот антенны, будут данные передаваться Фиану для анализа группы Александровича, Московский университет. Вот, значит, эти приемные антенны, вот, та группа, которая работает, будет работать по приему информации. Вот основные работы, как я сказал, завершены. Мы надеемся, что вот где-то в весне следующего года этот спутник будет уже на орбите. И здесь надо поторопиться. Вот Александр Ильич кратко упоминал, как их наших таких друзей-соперников. Здесь их, как оказывается, очень много, потому что здесь рассматривается новая физика, очень интересное явление, действительно неожиданное рождение гамма-всплесков на Земле. Это спутник, здесь спутник Таралис, о котором говорится, но его запуск откладывается. Датский прибор, который будет установлен тоже на Международную космическую станцию, он начнет работать еще через два года. Очень интересный прибор эксперимента Джефф Глимс по изучению, он больше, правда, ориентирован на спрайты, японские эксперименты. Вот примерно в то же время с нами будет запущен спутник американский, такой тоже маленький, типа Академии наук, там есть такая, главная, одна из дружественных нам организаций National Science Foundation, вот она тоже финансировала работу, в общем, как думаю, похоже, как у нас в Академии наук, этот спутник, вот начнет, он тоже маленький, видите, его называют такая программа малых спутников для обучения, например,
примерно похожий состав, но вот он, допустим, будет тоже в то же время. Поэтому, к сожалению, нам откладывать наш запуск некогда, и хочется какие-то возможные результаты терять. Ну, я сказал, что мы разрабатываем и другие платформы, если другие эксперименты, если это кажется полезно, то, наверное, такая академическая программа экспериментальных исследований на микроспутниках может быть продолжена. И, конечно, не стоит сбрасывать со счета, что здесь эта работа имеет очень большое такое образовательное значение. Во всех наших программах участвует много молодежи и в нашем институте, и в нашем филиале. И как-то в промышленности вы как бы отсоединены вот от непосредственных экспериментов, в основном все экспериментаторы пишут бумаги, а здесь вы просто непосредственно делаете спутник, ставите на него приборы. Это очень-очень впечатляет. Поэтому надеемся, что наша молодежь как-то заинтересуется и не только техническими вопросами, но и физикой этого прекрасного явления. Спасибо за внимание. Так, пожалуйста. В конце вы сказали о прикладных аспектах вот вашей миссии. Я хотел спросить по поводу авиационной безопасности, потому что целый ряд катастроф связывается с разрядами. В том числе даже иногда я слышал, что Фермий телескоп связывал корреляцию гамма-всплесков с околоземной области с аварией аэробуса Air France. Вот, и, ну, возможно, это тоже мотивация. Лучше создание какой-то системы диагностики. Да, спасибо. Ну, вот я во второй об этом почти не говорил. Почему вот такая микроспутниковая техника может быть в будущем стать очень перспективной именно для такого мониторинга, не только для научных задач. Потому что эти спутники ключевые, можно сделать десятками. Понятно, мониторинг нужен в реальном времени, спутник на подходе на данной, вы видели эти витки над одной точкой Земли, там через лет один аппарат, через несколько суток, а то и больше. Поэтому нужно несколько таких спутников, лучше десяток таких спутников. И, наверное, такой мониторинг может осуществляться. Что касается непосредственного влияния гамма-вспышек на аварии, я тут не берусь судить, но, в принципе, это такое вполне заметное излучение килоджоуля, о котором говорил Александр Викторович, приемлемо. Но я боюсь, что для таких, например, для полетов по авиации гораздо более опасным просто является это излучение, все-таки приходящее из космоса, чем с Земли, оно просто идет у него больше потока, оно более регулярно. Все-таки надо помнить, что это редкое событие. Скажите, пожалуйста, вы упомянули, что калибры упало в океан. Вот, учитывая, что есть время падения, там что-нибудь удалось оценить, какие-то данные? Нет, но данные передавались, мы не ждали, чтобы он свалился. Все эти 3 месяца он работал просто за счет торможения в атмосфере, это 1000 километров, это низко. Орбита снижалась, просто он стал чехать, охотный слой атмосферы сгорел, он даже не упал в океан, просто он сгорел в атмосфере, остатки его упали. Это так происходит, в общем-то, с большинством космических аппаратов. И это хороший конец для космического аппарата, потому что другой конец, что он остается на орбите и нам создают горы космического мусора, которые еще через 10 сделают космические полеты очень опасными. То есть сама сборка как бы оправдалась? Да? Конечно, да. Мы всю информацию имеем, просто времени нет, я не показывал. Следующий, 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 следующ